друзья, вышел на улицу, а на улице прям так похолодало, морозец такой, вообще, прям холодно. Вот. А была у нас плюсовая температура, короче. А сейчас прям я смотрю, мороз, снега так нормально. Вот. Сейчас я, короче, иду в магазин. Мы там с Женей встретимся. И я хочу купить продукты к старому Новому году. Ну, чтобы отметить старый Новый год. Ну, хочу, короче, горбушу купить. Мы хотим там купить все, ну, к салату, чтобы селедку под шубой сделать салат. Вот, бутылочку шампанского купим, наверное. Ну, мандаринчиков, наверное, вот так. Скромненько, но чтобы отметить, вот. Да, морозец прям чувствуется. Вот. Так что, друзья, сейчас пойдем в магазин. Скоро мне уже в Москву ехать. Честно говоря, не очень хочется, но надо. Во-первых, на работу надо, на основную. Вот, и еще. Все-таки, думаю, может на съемки поездить. Вот, потому что хочу уже в Сочи поехать, да, в конце февраля. А как бы, ну, надо подзаработать денег, чтобы в Сочи поехать. Вот. Ну, на путевку деньги есть, но помимо там, потому что путевки там же еще, как говорится, сопутствующие расходы будут. Вот. Поэтому надо подзаработать. Это хорошо, конечно, было бы, если бы сейчас я в Москву поехал, поснимался в кино, на основной работе бы поработал, подбил деньжат, и потом бы с Женечкой уехали бы в Сочи. Вот. Было бы круто. Смотрите, друзья, как у нас красиво тут. Сейчас можно выйти на Бродвей. Это красота какая. Сбились, блядь, сегодня. Да, сегодня у нас уже какое? 12 января 2024 года. Вот. Впереди старый Новый год. Так что еще радует, что не все праздники закончились, да? Вот, друзья. Блин, ну мне нравится вот когда такая зима морозная, потому что когда зима морозная, слякоти нет, вот. Мне наоборот нравится, когда, как говорится, ну зима должна быть зимой. Вот. Ну так, естественно, конечно, чтобы не прям сильные морозы, ну где-то вот минус 10. Так, друзья, сейчас немножечко все нормально, тут посмотрел. Вот, минус 10 нормально. Вот. Вон шаурмичная моя любимая. Видите, дымок идет сверху. Это там на мангале жарят. Вот, шашлыки. Шашлыки и шаурму делают на мангале. Вот. Вон, видите, дымок. Субтитры.
Ну, ой, пахнет так приятно. Такой приятный запах. Вот, все красиво все. Надо на обратном пути пойти вот так по Бродвею и показать вам, как там красиво все в огоньках. Классно. Да, руки немножко вот так замерзают, когда камеру держишь в руках. Все-таки морозец так чувствуется. Ну, хорошо, что ветра нету. Ветра нету. Вот, и уже классно. Уже классно, что нету ветра. Сейчас вам елочку покажу, какая у нас елочка на площади стоит. Красивая. Смотрите, какая красота, как красивенько все. Видите, как красиво, друзья. Смотрите, как классно. Елочка, видите? Елочка. Красивенькая. Видите, какая елка красивая у нас. Итак, сейчас дорогу перейду. Вот, смотрите, какая красота. Красиво, да? Вообще классно. Красивенькая елочка. Thank you.
Так, ладно, друзья, всем пока и до скорых встреч.